Конечно, не с огоньками и гирляндами, но теперь есть своя горка. Кататься можно в любое время и не обязательно ходить на центральную площадь. На территории парка коммунальщиков буквально за неделю построен целый ледовый городок. Можно полазить в лабиринте, посидеть на лавочке или поиграть в снежки. Кстати, снега уже в начале зимы выпало немало, поэтому уже сейчас стало возможным строительство ледовых городков. Качество работ проинспектировал глава администрации Борис Беляев. Борис Владимирович поинтересовался наличием на территории освещения в темное время суток и безопасностью построек. Горка не хуже, чем на площади. Высокая, широкая, и ледянки катятся хорошо. Главные пользователи, дети, довольны. Мне нравится горка. Хорошо построили, и раскатанная горка. Она очень красивая горка, но только на площади горка. Здесь близко ходить можно. Работа проведена предприятием «Восточный». Решение принималось совместно с администрацией города Кумертау. В связи с тем, что все-таки микрорайон «Восточный» дома находится немного в отдалении от центрального нашего новогоднего городка. Поэтому для забавы наших детей и все-таки для времяпрепровождения наших граждан, которые проживают здесь, было принято решение поставить хотя бы небольшие какие-то конструкции. Ну вот с помощью спецтехники и наших работников, нашей организации, была выполнена горка, ну и для удобства буквально скамейки для того, чтобы могли родители положить какие-то вещи, и ребятишки, они же ведь рядом здесь расположены школы, они приходят сюда сразу покататься после занятий, чтобы могли положить свои портфели. Ледовые городки построены во всех районах города. Это позволит горожанам отдохнуть с детьми, покататься на горках недалеко от дома. Глава администрации осмотрел площадки по улице Пушкина, вокзальной школы номер 12. Самая высокая горка построена во дворе по адресу Советская, 1. Несмотря на морозную погоду, она уже сейчас пользуется большим спросом. Жители окрестных домов довольны постройками. Очень удобно. Детям очень нравится. Очень даже приятно всем. И нам, бабулям, и детям. И катаются они до самой весны. Там, значит, на площади все эти горки уберут, а здесь все, им все интересно, со школы бегут и сразу на горки. Ледовые площадки построены силами РЭО, а также предприятий города. Глава администрации Борис Беляев дал положительную оценку проделанной работе. Сегодня мы объезжали дворовые территории и смотрели, как управляющие компании благоустраивали территории. Мы понимаем, снега много везде, и чтобы его не увозить, мы из этого огромной массы снега делаем горки. Сегодня мы объехали половину города, можно сказать. На сегодняшний день 14 горок уже было построено. Где-то большие, где-то маленькие. Но вот мы видим на Советской 1 одна из самых больших горок в городе Кумертау, дворовых. Приятно. И мы съездили, смотрели, где, как залита наша площадка под катание на коньках. 6 у нас таких площадок по городу будет дворовых. Успешно, удачно, молодцы наши управляющие компании, с работой справляются, и мы надеемся на то, чтобы наши детишки как можно дольше проводили время на улице, чтобы был здоровый образ жизни у них, ушли от компьютеров, от гаджетов всяких, с которыми они каждый день сталкиваются, и получали здоровый образ жизни именно на наших дворовых территориях. Самые юные жители города благодарят инициаторов такой работы и строителей за доставленную радость. Спасибо за горку. Я буду здесь всегда кататься, сюда ходить с бочком Ромой. А в каком канале? Айгуль Мухаммедшина, Сергей Николаев. Новости. Нам больше